Сегодняшний видеообзор посвящен вот таким вот замечательным игрушкам. Игрушки как бы у нас парные две. Такая вот компания у нас. Солнышко и Совушка. Задние стороны у них спинки сделаны. Это игрушки-подушки. Сделаны из вот такого мягенького плюша. Такими пупырышками. Здесь, в принципе, хлопковая передняя часть у совушки и хлопковая часть у солнышка. То есть это стандартные игрушки, которые мы делаем. Одна из разновидностей. А здесь вот такие вот солнышко у совушки, мягенькие, приятные стороны. То есть на этих сторонах ребенок будет спать. Так как можно использовать как игрушку-подушку, потом это как интерьерная игрушка, уже когда ребенок подрастает. Остается у него на память такая радостный подарок. Если вам понравились такие игрушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заказать такую игрушку можно по ссылочке под описанием интернет-магазин или Store.